Кажется, я подготовился. Значит, взял с собой две сумки жерлиц, в одной 10, в другой тоже 10, шуруповерт, как это, пишня забыл, шнек, спальник, кучу вещей, обязательно спутниковый телефон беру, с собой другу, с собой чебурашку. Живчики готовы, все упаковано. Придумал как раз для перевозки живчиков. Взял крышку, поставил аэратор. Слышите, гудит. Вот. Просверлил маленькую дырочку, ставил туда шлангу, ну, чтобы рыба не душилась для долгого путешествия. Природа замечательная. Ветер сегодня очень сильный. Просто дует, песок несет. Отправляемся на первый лед, на рыбалку, в тайгу, отдохнуть, побыть с природой. Прежде всего с природой, а потом уже рыбалка, отдых и сон. Всем здравствуйте, друзья, родственники, близкие и зрители нашего канала. Собрался на первый лед, прожил дома неделю. Все, уже не терпится мне куда-нибудь выбраться в тайгу. Там, где ты один, там, где ты себя испытываешь. Вечереет. Ну вот я только добрался до места рыбалки. Сейчас посмотрим, как тут мои живцы. Открываем бочку. Ну, никто не плавает, значит, все живые. Кислород у них нормально был всю дорогу. Отлично. Первым делом, конечно, нужно затопить печку. Что я и сделал. Печку затопил. Вот. Пускай она теперь нормально греет, прогревается избушка. Так, живцом поставил аэраторы. Все, новый поставил. Жарится спокойно. Сумки, рундуки. Сейчас попьем чаек. Первым делом чай. Сначала печка, потом чай. Ху-ху! Приготовить что-нибудь покушать. Уже на улице вечереет, поэтому я не поеду рисковать в ночь там лазить по озеру, выставлять жерлица. Все это буду делать завтра утром. Поэтому наша задача сейчас расположиться, прогреть избу, попить чай, покушать. Я сегодня целый день ничего не ел, только один пряник меня угостили перед дорогой. Ну вот, в принципе, на одном прянике, на одном позитиве я и приехал. Вот, все. Настроение отличное, дорога прекрасная, хоть и долгая. 6 часов пути затрачено мною, но оно того стоило. Приехали, отдыхаем. 5 часов пути. 6. Да, еще неделю назад темнело только в 6 часов, а уже пол шестого уже сумерки. На полчаса за неделю.
впечатления по моему хотению. Передай всем, что приехал Вальдемар. И такие, как ты, меня не интересны. Скажи мамкам и папкам, что приехал охотник за трофеями. Поняла? Давай, шуруй. Какая схватила моего самого крупного живца. Гулял, на другой стороне ставил жерлички, возвращаюсь, две стоит. Сейчас посмотрим, сейчас порыбачим. Странно, почему-то не разматывает до конца. Там две сработки были разметаны. Ушла слабо. Странные поклевки. Чуть-чуть схватило, а тянуть не тянет. Странные поклевки. О, сидит. И причем такой. Тихенько сидит себе там. Но сегодня не крупная клюет. Такая килограмм, полтора. Сегодня выставились. Выставились. Я бы сказал, щука ядовая, вкусная, не жирная, не толстая, небольших килограммов, а просто вкусная. Вот она размотала, полностью не заглотила и стоит. Ничего.
День мелочевки, что ли? Что ты психуешь? Попалась? Будь спокойна. Сегодня день мелочевок. Мелкая щука очень активна. Так. Мелкая активна. Сходили мы за живцом. Точнее, я съездил в палатку за живцом. Сейчас тут еще одну поставлю. Смотрю, тут щучка более активно гуляет. Да что ж ты такой? Хитряк. Подожди. Сейчас я тебе выпущу. Водочка одна, вторая, третья. Щука размотала. Снимаем точный анализ. Готов вылавливать или подсекать. Идет аккуратненько, небольшая, даже почти отцепилась. Сегодня у нас явно, мои хорошие, теперь надо выставить. Так, о, сзади сработала, ту, которую мы только что с вами поставили. Проверили же, там живца не было. И вот сработало. Вот это сработало. Тяни давай. Чего не тянешь? Хотя бы натяни. Веревочку так вот возьми, натяни. Ау! Ты меня слышишь? Ну или слышит, или не слышит. Тут другого не дано. Будем пробовать подсекать. Не получилось подсечь. Боюсь, что и живца она тоже стырила, которого только что нацепил. Ну какая хитрая. Нынче, друзья, у нас щука. Такая. В кушире утянет. И все. Головая. Щука небольшая, но... Наступил второй день рыбалки. Проснулся, позавтракал плотно, оделся, выехал. Значит, смотрю, тишина по жерлицам. Где-то там вдалеке один мерцает. Ну, туда мы пойдем чуть попозже. Сейчас пойдем в это крыло. Будем прочищать жерлицы, проверять на наличие живца, ну и заодно лунки обновлять. Вперед, погнали работать. Рыбалка – это не отдых. Какая приятная встреча. Подхожу я, значит, и обнаруживается, оказывается, что у меня здесь все-таки два флажочка стоит. Просто за поворота не видно.
значит, нам будет что порадоваться. Ну давайте с него начнем. С крайней. Натянутые обе хорошо. Подзатянула лунки, подзатянула за ночь. Хорошо подзатянула. Мороз хоть и не сильный, но давит. Потихонечку, потихонечку, потому что снега нету. Вчера днем такой треск был. О, хорошенькая сидит. Ох ты, борется. Вау. Друзья, кобыла. Хорошая кобыла. Твою мать. Ну такая. Хорошая. О, да она еще и сидит. Едва-едва. Чуть-чуть бы подергалась. Такая. Ну, это где-то в районе 3 килограмм. Шикарно. Так, ладно. Пока. Судьба дело. Давайте проверим эту. Замерзла. Все. А тут, походу, никого. Никого. Подарок от щуки. Бурьян. И все. Ну, тоже приятно. С двух одна взята. Ушири утаскивает, и там, что хочет с этой, то и делает. Зачищаем живчиков, очищаем жерлицы. Что у нас тут так дергает? О, живчик сильный, крепкий, молодой, энергичный. Щука пока не хочет. Добрались мы до той жерлички, которая сработала, которую я заприметил утром. Сейчас мы ее зачистим. Судя по всему, размотка не супер. Поэтому не исключено, что тут никого. Но пока не проверим, не узнаем. Пока не проверим, не узнаем. Есть или нету? Нет, что-то идет.
что идет? Что идет? Вот это идет, друзья, вот это жилец сам на крючок попался. Ну что, я предлагаю такую щучку на живца поставить. Посмотреть, насколько она хищная. Так, сейчас я ее перебегу. Не знаю, что здесь. Но флажок прилип, оказывается. Вон. Так бы стало. Кажись, идет такое небольшое. Небольшой окунь. Ну вот. Окунь пошел. Рыбачится. Такой на жерличку. Красавчик. Это проверил. Вроде бы ничего. А вот здесь. Прям смотрю, размотано. И там, смотрю, впереди еще один стоит. Давайте рыбачить, хорош. Сачковать. Хорош сачковать. Размотано. Размотано. Ну, по щучьему велению, по моему прошению, поймайся рыбка большая. Ну или небольшая. Судя по моему велению, щучка стырила живца. Вот хулиганье. А тут вообще мне очень понравилось. Я сейчас только что тут бурил, и как раз только пробурил, такая трещина пошла сразу через весь лед. Вау! Такие звуки были. Просто атас. Увеличим наши шансы и выставим сюда жерлицу, фишку. Пускаем. Раз, два, три, четыре. Опа. Четыре жерлицы горят. Одна, вторая, вон там третья. И только что встала четвертая. Вот это кино. Кино, кино. И домино. Размотало полностью. Ух ты, тянет, тянет, хорошо тянет. Ух ты. Ух ты. О, красавица. Не психуй. О, ну вот уже хороший. Последний со вчерашним днем. Сегодня у нас покрупнее пошли щучки. Отлично. Это первое.
вода. Вот такие трещины были, когда я пробурил. Поэтому неизвестно, кто там, и что там. Натягивает. Бояться чего-то. Живца берешь. Дай крючок. Ох, за ус. Да ёшкин кот. Такая килограмм не полтора и не 2,4-5. Но то, что схватило, значит охотится. Живца обратно отдала. Съездили мы с Чебурашкой на обед, попили чайку с печенькой, согрелись, вернулись и видим картину. У нас одна размотка, тут под носом вторая, там третья, четвертая. Красота! Пойдемте рыбачить. Вон одна жерлица, там вдалеке вторая. И там фишка, смотрю, сработала. Ну вот, и фишка пригодилась. Надо проверять, рыбачить. Да тут картина маслом, оказывается. Тут три жерлички сработало. О, видали, друзья, вода уже выступает от болота. Поэтому близко не подходит. Провалимся к кедрине матери. Так, надеюсь, здесь лед крепкий. Тоже подморозило. Толщина льда большая. Вот, а здесь сидит. Здесь сидит небольшой крокодильчик. Шибко сильно не размотало, смотрю. Ну стой, иди сюда. Стоять. Стоять. Вот так вот. Едва взялась. Так, ну у нас еще сзади. Еще одна стоит. Опа. Есть. Идет. Идет. А, господи. Оу. Блин. Получается, она взялась, но нехорошо.
Я у него из пасти, получается, живца вырвал. Ну, значит, нехорошо взялась. И она здесь шляется. О, мотает. Она здесь рядышком. Походу зацепилась. Походу подтеклась, друзья. Ну что, на соседнюю она не взяла. Опять ушла, что ли? Да что ж такое? Что же это? Шла-шла. Как она нехотя. Получается, взять взяла, а подсечься не хочет. По поводу того, что опасно здесь. Вот здесь, в этом месте, глубина где-то порядка 4 метров. А вот берег, вон камышики, а там вода уже стоит, то есть лед точит. То есть чуть-чуть подойдешь поближе, а там сразу обрыв 4-5 метров. То есть вот расстояние от этой жерлицы до берега буквально 2 метра. То есть если нулевая температура будет и сегодня ночью, и завтра плюсовая, то уже здесь будет опасно ходить. Можно и рухнуть. Буду обходить вокруг. Или вообще сниму эту жерлицу. Завтра будет видно, если сильно промоет. Видите, он водичка шевелится. Вот. Так что опасненько. Хоть и вкусненько, но опасненько. На закате дня подхожу. На закате дня подхожу. Три жерлицы размотаны в ряд. Ох, походу, одна щука тут нахулиганила. 100% ее рук дело. Так, размотала она. Неплохо. Ну, тут только ее попробовать подсечь. Опа! Есть! Я ее подсек. Ух ты, хорошая. О, вот она. Блуждающая. Я тебе сделал. Это вот такой вот размерчик хитреньких. Отдай живца. Живчика отдай. Ну, вот в этот раз она не успела. Я ее поймал. Утро третьего дня рыбалочки. При такой-то погодке, эх, сказочно, полный штиль, тишина, ну, 2 метра в секунду, солнышко, небо ясное, не ветерочка, на улице -1, днем будет +4. Чтоб так не рыбачить, а? Ну ладно, погнали на рыбалку. Так, чем нас утро сегодняшнего понрадовало? Порадовало двумя жерличками стоящими. И потихонечку затягивает, затягивает. Здесь сидит, друзья. Потихонечку ее сюда сейчас подводим.
не устала бороться. Ух ты. Ну вот такая. Красоточка. Это вот она вчера пособирала у меня живцов. И в итоге попалась. Может, она даже еще и вчера и попалась. Но я уже не стал ее ждать. Да. Хорошая. Ух ты. Сильная такая. Сильная. Чебурашка. Разрешите, пожалуйста. Сильная. Кстати, кровь хлыщет от легкого удара. Это значит давление у щуки, вчера я заметил, очень сильное. Потому что легкий удар, и она уже сразу кровоточит. Так, Чебурашка, прошу, пожалуйста, на место. Чтоб ты не замерз. Так. Хорошая. Такая хорошенькая. Сидела в кушерях. Насколько муки намешала. Что-то непоняточки какие-то. Прочистил, думал проверить на живца. Поднимать она не дергает обратно. И я не стал ее смотреть. Позвал вас. Позвал вас. Может, такое небольшое. Сидит, молчит. Хорошенькая щучка. Взяла и даже не растянула. Двуякое состояние, когда ты видишь, что фишка стоит. Экземпляр, друзья. Хороший экземпляр. Тихо, не сломай мне жерлицу.
экземпляр. А я уже думал, очередной окунь, наверное, растащил. А она тут стоит себе втихаря. Ну, пам. За утро пока проверял. Вот немножко проверил. Снял щук. Ну так это. Для разминочки нормально. Для сегодняшнего утра. Ну а сейчас идем чай пить. С чебурашкой. И смотреть за флажками. Я там что-то увидел. Сейчас мы более четко увидим. Да, жерлица горит. Когда я шел, сработало вот это. И там. Короче, две жерлицы сработало. Я тогда размотала. Сейчас смотри. Я, наверное, не сильно размотала. Пусть она пока подумает. Пойдемте сначала пил. Не буду я раньше времени дергать. Вот это вот как бы такая. Походу сработала. Да, тут сидит. Хоп! Иди сюда, моя хорошая. Иди сюда, моя хорошая. Не торопясь. Потихонечку. Хоп! Отдай живца. Сегодня тепло. Сегодня можно приготовить рыбку. Рыбка живучая оказалась. Сейчас мы ее почистим. И корочку сделаем. Чтобы рыбку приготовить, надо дровишки поколоть. Щепу наколоть для растопки печки. Дровишек накололи, теперь печку истопить. Протереть ее. Так. Так, одну филешку. Берем желчь щучью и делаем так. Сейчас по-быстрому и корочку сделаем. После того, как мы всю икру сделали, немножко ее вот так вот перемешать и добавить соли по вкусу. Это будет достаточно. Через 15 минут икра будет готова. Можно будет кушать. И теперь отправляем солененькую рыбку подсоленную на прожарочку.
жарим. Нарезаем лучок. Печеночку готовим. Сняли последний кусочек, посыпали лучком. Такой запах приятный, вкусный, вкусный, свежая. Полчаса как плавала назад. И вот она уже на сковородке. Все. Накрываем минут на 20. Пусть пропарится. Друзья, у нас работа. Сработал на вечерний закат две жерлицы. Ну, по щучьему велению, по моему хотению, будь тут рыбка. Опа, есть. Хорошая. Что-то такое идет уверенно. Ух ты. Опа. Хорошая. Хорошая душечка. Какая она. А споймалась-то. Друзья, один малейший рывок и все. Щуки нету. Вот так вот. Один малейший рывок, неправильно перехватил, ослабил. И все, она ушла. Это на вечернюю. Не поленился я. Уболтал сам себя. Говорю, да поезжай, что ты сидишь? Рыбу жаришь, икру сейчас будешь есть. Три, три, четыре. Езжай, может, еще одну поймаешь. Вот, приехали, поймали. Вот и вечер наступил. Съездил я еще. Пока щучка остывала, съездил я еще, проверил жерлицы, еще поймал две штучки. И вот приехал, щучка подостыла чуть-чуть, как раз пропарилась. И корочка, хлебушек. Само то, свежайшая, горяченькая. С лучком. И все скушать одному. Чувствуется, я голодный. Ну, корочка. Свежайшая. Сегодня у меня поистине настоящий рыбный день. И щук поймал. И рыбку покушал. Так, ну и первым делом, конечно, надо с утра почистить зубы. А кто зубы не чистит, будет у него все болеть со временем. Ну вот, доброе утро. Зубки почищены. Наша задача сегодня заправить квадроцикл. Кто там уже в квадроцикле? Почти ничего нету. Сегодня возможно завершающий день рыбалки. Это четвертый день именно рыбалки целенаправленной, полноценной. Сутки сюда ехать, сутки, ну, полный день, можно сказать, подготовка, разгрузка и плюс 6 часов езды.
Утро-то какое. Утро прекрасное. Где-то солнышко встает. Легкая изморозь. Ну, совсем легкая. На улице минус один. Шикарно. Ветра пока нету. Ну, ветер начнется сейчас в 9 часов. Так, лимон отрезать. Так. Чаек обязательно. Корка. Щучья икорка. Надо сходить за водой. Воды уже почти нету. Как будто кто-то выпил. То на чай использовал, то руки помыл, то посуду помыл. Кран у нас такой надежный. Вода экологически чистая. Практически не замерзли. Какая вот у нас водоснабжение. Литровую бадью наливаем водички, ловим, кто у нас тут есть, кто на рыбалку. Раз, два. Раз, два. Вот сегодня они не такие активные. Ух ты, какой живчик. Не рухнет пробомной. Лестница старая. Сегодня облака затянуло, влажность большая, дымка. Ну так скажу, что не очень. Вдалеке там я вижу, одна жерлица горит, другие не вижу, может еще какая-то горит. Ну сейчас мы пойдем сначала в левое крыло, потом в правое. Вперед, рыбалка начинается. Ну вот проходя мимо первой жерлицы, я обнаружил, что флажок-то он примерз, прилип, внизу стоит. Катушку непонятно, размотала, не размотала. Но надо чистить. Начнем тогда с нее. Начнем с нее, а там посмотрим. Ну да, так-то размотало. Размотано полностью. Не факт, конечно, что там кто-то.
кто-то сидит. Никого. Утащила. Ну зато хоть. О, не, есть. Есть. Сидит. Сидит. Ну вот. Тихенько, спокойненько сидит. А я-то думал, что у нас кислое утро. Ну вот первую жерлицу проверили. И оказывается у нас душечка. Попрыгушечка. А вот давление, с нее кровь как хлыщет. Хотя она-то не сильная. Но все равно чистить, проверить надо. Ну что, Чебурашка, есть тут кто-нибудь? Опа, есть! Есть! Идет! Да. Все мельче и мельче. Все мельче и мельче. Я что, всю крупную на спиннинг выловил? Привет, красотка. Ну-ка, покажи мне. Насколько ты глубоко захватила? Покажешь, батя? Али, как? Что мне с тобой делать? Ты же понимаешь, что ты не мой фасон. Если глубоко, тогда уж извините. Заглотила вместе с живцом. Ммм, какая вкуснотища. Ну что ж, можно садиться кушать. Не, я смотрел бы на это ведь. Бурлящее масло, поджаренная яичница, рядышком 4 кусочка свежевыпеченной щучки. Так, сегодня, походу, у меня будет праздничный ужин. Значит, что нам сегодня Бог послал? Бог нам послал яичницу, помидорку свеженькую с майонезиком, хлебушек, который Анечка спекла, и щучка, и плюс хреновина. И это все я сейчас буду есть в одно лицо. А над лесом сгустился туман. Просто дымка, сырость, влажность. Ух! Красота! Такой туман всегда радует. Стоячий флажок жерлиц. Остальное мертво. Утренняя проверочка завершающего дня отдыха. Еще и не размотано так сильно, как говорится. Может, просто утащила. Может, просто утащила. О, есть. Есть. Хорошенько идет. Сидит. Молодец. Ну куда-то весь крупняк ушел.
То есть все друзья жалуются. Щука крупная, максимум 3 кг. Трофеев просто нету. Так что как-то так. Поедем мы домой. Хватит. 5 дней. Сегодня 5-й день рыбалки. Это был просто отдых. Это не было такое целенаправленно. Рыбалка. Я сходил, грибы пособирал, ягоды пособирал. Траву покосил. Льдинки попинал. Природой полюбовался. Свежим воздухом подышал в кое-веки. Тишины, отсутствие интернета, отсутствие мобильной связи. Это же просто прекрасно. Во-первых, зрение стало лучше. Я хоть в интернете, в телеге не сижу. Дыхание стало лучше. Выбирайтесь на свежий воздух. Прогуляйтесь. Съездите, посмотрите. Ведь это же так красиво. Чего и вам огромное желаю. Ну а мы, наверное, будем закругляться. Собираю я все оставшиеся жерлицы. Гружу квадроцикл и отчалим домой. Увидимся на новой рыбалке. А она не за горами. Надо просохнуть, перезарядить пауэрбанки. В общем, пересмотреть снасти и отправляться в новый путь. Погнали. Собрал квадроцикл. Помните, все свое барахло. Сопоставили столько вещей. Какая красота.